Так, все змеи отлично плавают. Но ты не знаю, пойдет ли этот гаврик плавать сейчас. Как тут до него добраться? Главное не затонуть. Давай, давай. Идешь плавать? Так, что ты его потерял? Главное сейчас самому не пойти плавать. Так. Вот она, голова. Тут у него. Ну вот, я же говорю, они плавают отлично. Где-то он уже там. Разглядеть-то его. Ну, поплывешь? Здесь плохо видно. Много всяких кустиков. И плавают, кстати, довольно быстро. Даже голова над водой держится. Воздуха набирает в тело. Не тонет. Так, тут что-то более приятное глазу. Бабочка. Так, а тут наш дружок забрался посушиться. Проплыл, теперь сохнет. Достаточно грациозное создание. Опять поплывет, наверное. Да, в воду полез. Тут снова кусты, снова ничего не видно. Так, это палка. Где-то там. Но в камере я почему-то не вижу. Так, где эта палка? Эта палка там. Ну, ладно, где-то потерялся. Так, мне солнце отсвечивает, я не вижу. На экране где там что происходит. Ну, ко мне поползешь? Поползи сюда. Совсем близко подполз.
где там эта ветка? Ветки, палки, палки, ветки. Ты разгляди его тут среди веточек. Так, а это что тут? Рыбы валяются. Какая-то половина обглоданной рыбы. Кто-то ее сюда вытащил, съел. Интересно. Что-то было крупное. Не люблю я особо возле воды ползать. Вот, смотрите, кто-то голову отгрыз. Ой, сколько икры там. Во, хорошая рыба была. Наверное, вчерашние котики глодали. А ну, может, кто-нибудь щуки поедет. Вот потеплело, и они уже больше к воде тянутся. Вот один. И... Так, где-то палка. Где-то возле палки второй. В общем, уже... Да, у меня третий ползет. Вот такой крупненький. Тут потоньше. Ну, пока что большинство такие. Мелкие. Ничего такого грандиозного не вижу. Да, мелких очень много. Так. Ну, один тут, второй там. Расползаются довольно быстро. Так, вот это здесь. Этого я уже не вижу. И того, кстати, тоже. Периодически ящерки пробегают. Как-то их не успеть заснять. Поздно замечаю. Эти вот лежат, загорают.